Первые публикации Ольги Полторецкой состоялись в 1961 году. С тех пор поэтесса ежегодно демонстрирует свое творчество на конкурсах различных масштабов. В 2011 автор начинает работу над поэтическим сборником «Счастье земное». Ольга Полторецкая является дипломантом международного конкурса «Филантроп-2014» в Москве и международного конкурса «Александр Невский-2014». Также является членом литературного объединения «Патриот». На хрустальном блеске окон бьется тень апрельских листьев. Кокон пуст, дыра зияет. В ней просвечивают звезды и с рассветом исчезают. Ты вновь бабочка, все просто –